Христе, Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, молитвами священномученика Анфима, епископа Никомедийского, и с ним мученика Феофила Диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горбония, Зенона, Домны Девы и Ефимия, преподобного Феоктиста, спосника Ефимия Великого, блаженного Иоанна Власатого, ростовского чудотворца, святой Фивы Диаконисы, мученицы Василисы Никомедийской, священномученика Аристиона, епископа Александрийского, святителя Иоанникия II, патриарха сербского, их же и памятный не совершаем, молитвами святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благой человеколюбец. Господи нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и сия Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона, как русские православные зарубежные церкви, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, и Господина нашего Преосвященнейшего Всеволода, епископа Славгородского и Каменского, Богохранимую страну нашу российскую, власти и воинство ее, святых стоящих и молящихся, и всех православных христиан, Господи, сохрани их.